Причиной аварии самолета Ан-2 в Шойне стала ошибка экипажа. К такому выводу пришла комиссия по расследованию происшествия. Напомним, 24 сентября самолет Ан-2, совершающий рейс Шойна-Архангельск, при взлете выкатился на край взлетно-посадочной полосы. В результате из 10 человек, находившихся на борту, пострадали трое. Воздушное судно получило серьезные повреждения. Транспорт принадлежит 2-му Архангельскому объединенному авиаотряду. Причина инцидента – нарушение правил управления самолета при сильном ветре командиром экипажа Ан-2.